А, Мы чего? с тобой перевернули Майнкрафт! Как я тебе и обещал, я снова перевернул Майнкрафт! Ой! Ну привет! Привет! Как твои дела? Я тут это посижу Жарди, немножко в воздухе. А ты что там делаешь? Вам очень сильно понравилась предыдущая серия, где я затроллил Владу со самыми офигительными блоками, и я решил сделать еще раз это. И кстати, я тебе решил рассказать, как именно я это сделал. Ну а пока что, давай поприветствуемся. Всем привет! С вами Нуби Кубик, и я сегодня буду троллить, угадай кого? Ту-ту-ту-тун! Правильно! Про веселого Харди! Харди, привет! Ну, Влас, ты для чего меня позвал? Привет, ребята! Потому так, что я тебя сегодня буду немножечко троллить. Ты же меня обычно в деревне троллишь! Я же сказал же, что он будет меня троллить! Да, стой, 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 подожди, никуда не бегай, профессионал! Ты можешь все испортить, блин, ну-ка стоять! А! Короче. Ты чё, я должен еще испортить свой... Не, ну бас, троллинг. Да подожди, да иди сюда, да тебе будет очень интересно, ты вообще офигеешь. У тебя просто голова вообще взорвётся от этого всего поворота, обещаю ну тебе. Ну раз так, тогда мне аж самому стало интересно, давай рассказывай Подожди, это в смысле, перед тем, как начать наше испытание, нужно что сделать? Правильно, поставить лайк на это поставить обязательно, ребятки, постарайтесь поставить много. А еще нужно подписаться на оба наших канала и поставить колокольчик 100%. Правильно. Ну что, давай скорее так, уже, пока смотри. Ребята, короче, здесь тебя ждет такая смотрим. Очень огромная вышка. Давай мы быстренько в нее заберемся и посмотрим, что же в ней такого есть интересного. Побежали. Так, давай только скажи мне сразу же, я не разобьюсь там, хотя да бы это огромная сильно, вышка. Короче, смотри. Да-да-да-да. Подожди, а где вышка? Ты же сказал, там огромная вышка. Что это за... Да, так смотри, вот какой-то... смотри. Выходим на улицу, видим такую маленькую узенькую башню, а внутри так, у нас самый широченный дом. А внутри почему-то авангард какой-то широкий. Эй, это что такое, Нубас? Ты что там? Это как вообще? Тебя не смущает, что он такой немножечко широкий у нас, Харди? Вот, подожди, я еще раз гляну. Так, здесь сколько? Ну блоков? Ну блоков так 50, наверное. Ну да, где-то плюс-минус 50, я так же думаю. А здесь снаружи у нас всего лишь 4. Как это? Ну, Бас, ты что, мне голову сегодня решил сломать? Харди, мне вроде скажу это... тебе по секрету, не это небольшая магия вне Хогвартса. Так это и так Хогвартс, но только внутри он выглядит как ангар Влада А4. Да, да. Нифига, ты, конечно, сравнил. Ладно, Харди, так уж мы, смотри. Включай креатив, и сейчас я быстренько расскажу, как это все делается. Ладно, подожди, так это и есть твой троллинг? Слушай, как ты это сделал? Ну да, но это еще только самое начало троллинга. На самом деле, короче, смотри, это просто такая плоскость, через которую мы не можем с тобой даже пробраться. О, в натуре я не могу прилететь. Там потому что, давай пролетим с другой стороны и посмотрим. А, стоп, давай. Зачем нам пролетать с другой стороны, когда здесь есть секретный выход? Я про него совсем забыл. Опа-да. Ну-ка, покажи. А, нифига себе. Я тут специально подготовился, чтобы все было вообще очень интересно. И смотри, у нас тут просто обычные стеклышки. Во, я вижу. Так, слушай, а как эти стекла преобразуются в огромный ангар? Короче, на самом деле, смотри, просто видишь вот этот блок, который там крутится, это самый главный блок. А вот это уже просто, ну, короче, это просто такой мод офигительный. С помощью него и делается вся эта магия. Да, именно так. Кстати, Харди, знаешь, что я подумал? То, что зрители очень много сильно просили под прошлым видосиком, чтобы я рассказал им, что это за мод. И я, пожалуй, слушай, готов это сделать, только если под этим видео наберется 3000 лайков. Если вы это сделаете, то я вам расскажу прямо в комментариях. У меня на втором канале столько не наберется. Давайте, ребята, хотя бы косарик наберем. Да, давайте именно так и сделаем. А пока что, Харди, короче, смотри. На самом деле, вот тот домик, который ты там видел, он находится вот здесь. Погнали, я сейчас быстренько вам покажу. Так, давай, ты показывай, я больше не хочу никаких троллинг-ловушек. А, так вот этот ангар. Да, вот тот самый ангар, который ты видел. Давай сейчас быстренько в него залетим и посмотрим, что же у него внутри. Вот. А это что за штука стоит? Это, короче, этот блок, это просто самая настоящая камера, которая проецирует ту картинку, которую ты видел. Тук-тук-тук, там есть кто-нибудь живой? За мной кто? ФСБ? Ты враг, что ли? Это обычный блок. Это же не твои моды всякие, там, типа, домик в одном блоке или что-нибудь такое. Нет, нифига подобного. Ну ладно, окей, слушай, то есть этот дом проецируется прямо в той башне. Ну да, вот камера получается, там стоял проектор, и вот все так вот видно было, и все нормально. Офигеть, ладно, слушай, я даже знаю, что ты меня заинтриговал. Есть что-нибудь еще такого? Покажи мне больше. У меня еще целая куча всего интересного, тебе по-любому это понравится. Ребята, это точно лайк заслужил. Хорошо, давай, не надо будет никуда телепортироваться, погнали просто за мной. Сейчас я покажу еще один очень крутой секрет. Давай. Так, куда лететь-то? Так, смотри, короче, здесь есть такая офигенная пещера, что же с ней нужно сделать? Давай попробуем догадаться. Я знаю, вон там курочка, может там что-то есть. Ай! Ёлки-палки, откуда здесь лава? Даже ее не видел, Кубик! Так, окей. Да, Харди, это моя очередная троллинг-ловушка для тебя. Я тебя сделал и тут же нет ничего. О, подожди, теперь я ее вижу, вот лава. В смысле, серьезно? А у меня тут снова обычная плоскость. И здесь, короче, на самом деле, смотри, я просто увидел здесь такую пещеру и решил ее, знаешь, что сделать? Скопировать еще разочек.
кусочек и смотри. Вот здесь самая настоящая пещера, которая... Я же только что видел, что там пустая пещера была. Ребята, вот вы ведь видели на видосе? Перемотайте, поглядите. Да, реально была пустая пещера. Короче, Харди, смотри. Вот здесь стоит точно такая же камера, как и там была, как и на предыдущей ловушке. И там точно стоит такой же проектор. И все вообще выглядит бега бомбезно. А, это тот самый камера в один блок. Да, да, именно так. Харди, там никого нету, не переживай, ладно. Короче, смотри, чтобы нам с тобой телепортироваться дальше, нам нужно найти здесь кнопочку. Давай попробуем ее найти. Так, курочка, подскажи мне, где кнопка, пожалуйста. Веди меня, так сказать, куда нам нужно идти. Да, Харди, там никого нету, никакой кнопки. Так что, скажу тебе по секрету. Беги вот сюда просто. Ну ладно, сейчас давай посмотрим повнимательнее. Я погляжу. Только главное ее не пропусти, потому что она очень хорошо спрятана. Я вообще профессионал в поисках кнопок. Погоди, сейчас, может быть, здесь что-нибудь спрятано. Так, а ну-ка. А мы пока что телепортируемся вот сюда. Вот она. Я увидел, но бас, ты что, хотел от меня сбежать, что ли? Ты все-таки спалил. Ну ладно, так уж и быть. Короче, Харди, смотри, здесь тебе прям 100% понравится. Мы открываем двери и смотри. Обозная деревня, так бы. Да, только что здесь не торопись, как бы нужно очень медленно здесь подходить. Смотри, что написано здесь. Да я вижу. Добро пожаловать в алмазную деревню. А, это что, для меня подарок, что ли, еще? Конечно, только подожди. Для начала нужно, знаешь, короче, чтобы в нее войти, есть особый ритуал. Смотри, что нужно сделать. Опускаем голову вниз, чтобы было видно только одну табличку. Сделал так уже. Да-да-да. И заходим. Ну, я зашел, добро пожаловать в золотую деревню, я вижу ее. Да, вот все правильно. Подожди, в смысле в золотую? Чего? А теперь отойди назад и... Подожди, в смысле в золотую? Она ж только что алмазная. Вот именно, Харди. Алмазная деревня. На самом деле очередная троллинг-ловушка для тебя. Как это-то? Ты чё мне голову решил сломать? Ну, бас, это как? Реально, это просто, ты отходишь на один блок, и у тебя алмазная деревня превращается в золотую. Слышь, верни мне обратно алмазную деревню. Можно вообще с ума сойти такого? Я тебе сказал, верни алмазную. Ты чё меня сюда привел? Да ладно, сейчас я покажу алмазную деревню. Для начала давайте просто покажу, как работает моя ловушка. Как это устроено? Объясняй. Здесь смотри, короче, вот есть снова такой очень главный блок, и потом есть два второстепенных, которые нам просто, так сказать, создают плоскость, которая просто проецирует картинку из монитора. Ага, очень главный блок. А вот это что за блок? Это блок включения, что ли, где маяк крутится? Это, ну да, я говорю, вот это самый главный блок, от которого вообще все у нас зависит. А теперь пока я тебе покажу оригинальную алмазную деревню. Алмазную? Окей. О, я уже вижу, слушай. Да, вот он прямо здесь. Я просто, короче, взял деревню, получается, тут скопировал, заменил блоки. Вот, кстати, у меня даже тут блок сейчас остался, забыл его убрать. Ладно, ничего страшного. И построил здесь точно такую же площадку, чтобы все было вообще идентично, точно. Это же гениальный троллинг! Как я раньше до этого не додумался? А ты вот так вот, профессионал, надеюсь, что ты меня хотя бы так троллить в своих видосиках не будешь? А вот и я подумаю 10 раз, если, конечно, вдруг мне подписчики не напишут, что тролли его таки не будешь. Ну, так уж быть. Короче, смотри, Харди, давай, попробуй теперь здесь отсюда найти выход. Где же он может быть? Ну, бас, я вижу, вон кнопка стоит. Блин, ну ладно, так уж и быть. Вот смотри, кстати, я даже здесь специально сделал иллюзию таблички. Я вижу. А, так это получается просто эта табличка отображается. Да, вот ты вот когда там, получается, стоял, ты видел точно такую же картинку, как видишь вот сейчас перед собой. Вот так вот. Понял, офигеть, это гениально. Ладно. Реально, просто вообще взрыв башки. Но Харди сейчас будет самое главное. Готов? Еще что-то, да. Я очень хочу, уже мне прям интересно. Харди, сейчас ты просто офигеешь. Сейчас будет такой экшен, что просто капец. Зыркой. А где это я? Подожди, почему я вижу пустоту под собой? Сейчас, подожди, сейчас быстренько все прогрузится и... Че это? Куда идти-то? А, чего? Мы с тобой перевернули Майнкрафт. Как это, елки-палки? Слушай, у меня эта голова закружилась, и я падаю. Это просто реально капец, Харди. Ну, это, короче, еще не все. Тут можно еще всякие фишки прикольные поделать. Ну, блин, то, что здесь мы взяли с тобой, перевернули Майнкрафт, это тут так вообще голову взрывает, что я просто там максимально в шоке. Это необычно. Так, а вот там вот, что за стеклянный... О, стоп, там кто-то бегает. Да не обращай внимания, это вообще, на самом деле, ничего такого, Харди, не-не-не. Стоп, я бегу направо, он бежит налево. Ты что, со мной? Ты меня троллить, что ли? Вздумал? Да, Харди, это просто, там наверху стоит точно такой же блок, который проецирует, и вот, и вот эта клетка, получается, это наша с тобой клетка, где мы с тобой находимся. А, то есть это я и бегаю там? Ну, можно сказать и так. То есть... Вот я сам на себя чучело сказал. Ну ладно, это ошибочка была. Ну, Харди, подожди, это, конечно же, еще не все, что я для тебя подготовил. Смотри, здесь только нужно понять, как это все выключить. Блин, я что-то забыл, где у меня кнопка находится. Так, о, ой! Вот, здесь она и находится. Нифига! Ты просто знаешь, как можем сделать? Сейчас скопируем быстренько рычажочек, подожди, вот так вот делаем. И ставим его вот сюда. И теперь его активируем. И смотри, у нас с тобой есть самое настоящее зеркало. Погоди, стоп, не понял. А, реально? А, нифига вот себе. Вот мы с тобой стоим, такие красавцы, вообще просто мужчины в развитии сил. И а, стой, так мы с тобой где-то внутри вот тоже сюда стоим. В смысле, ты что, не видишь, вообще... он там стоит с той стороны? У меня голова ломается! Я вообще не понимаю, у меня в натуре уже... Я думал, что я в обычном миру, а выйти я не могу. Это получается еще одна клетка. Клетка в клетке, что ли? Ну, получается, что так, блин, я еще сюда провалился, а здесь блок тоже стоп, завершил. Стоп, если я на F5 нажму, я буду видеть себя в два раза. Ну да, можно сказать, так, это получается, можно
2 раза больше лайкосиков получать, Харди! Капец, это реально просто взрыв моего мозга. Это реально просто офигеть, но, Харди, это еще не все. Я для тебя еще парочку таких ловушечек подготовил, смотри. Окей, давай, мне уже реально интересно. Так, опа, сейчас, смотри, выключилось. Я просто переделать, я тут все что-то делал. Так, вот давай зеркало сделаем, готово. Итак, ну, активируем и смотри, что у нас происходит. Теперь у нас есть самое настоящее зеркало. Так мы же это уже видели, ты чё? Не, в смысле, теперь-то мы стоим лицом друг к другу, ты чё, не видишь? А, стоп, подожди, я ничего не понял. Подожди, тут просто такая проблема, то что здесь блок мешается, надо смотри, короче, вот сюда залезть, вот сюда вот быстренько вот так вот встанем, и все, и я вижу себя вот. А, в натуре, реально, смотри, там копия меня, только я справа, ты слева, ну наоборот. И здесь смотри, получается, можно так смотреть, короче, и наслаждаться, какой ты красивенький. Просто мужчина в рассвете сидит, так, и подписывайся, я хочу на себя смотреть. А ну-ка отойди, во, какой красавчик. Лайк ставьте, ребята, быстренько. Кстати, я же вам еще хотел показать, как этот куб у меня устроен. Харди, ты тоже можешь посмотреть, если тебе интересно. Короче, смотри, мы выходим, получается, и тут у нас, чтобы сделать даже зеркало, нужно просто поставить вот этот блок вот сюда, и он, получается, будет нас сзади снимать все дела. Вот, потому что у нас там стоит главный блок, вот с этой стороны, вот здесь вот. Ты, Харди, смотришь или тебе пофиг на это? Конечно, смотрю. Окей. Смотри, вот здесь, получается, у нас главный блок стоит, который у нас вообще создает всю картинку. И здесь стоит еще один главный блок. Сейчас и ты его по команде быстренько включишь, а пока что я готов. Подожди, еще секундочку, подожди, сейчас я быстренько покажу свой самый главный верхний блок, который там наверху стоит, с которого у нас тоже проецируется картинка, которая переворачивает наш Майнкрафт, просто как это происходит. А, так с помощью него все работает. Да, вот здесь стоят эти экранчики, которые ты видел от нас. Я понял. Да, и короче, смотри, сейчас я быстренько спущусь вниз, потому что я хочу посмотреть, как эта картинка выглядит снаружи. Ну-ка, Харди, включи, мне вот просто интересно, как же она выглядит. Опа! О, блин, просто какая красота. И здесь такая красотища, просто неимоверно. Ё-моё! Харди, ты просто это посмотри со стороны, это же офигеть можно. Офигенно, выглядит просто мир где-то в небесах. Да, как будто бы у тебя, как будто бы, знаешь, это просто телепорт какой-то в адский мир, только в перевернутый мир Майнкрафта. Слушай, ну бас, а у меня тебе идея навязалась. Так, а что если в аду такое сделать? Или в эндермире, а? Ух ты, блин, мне кажется, это надо миллион лайков, в которых я, пожалуй, затроллю Савчика. А как вы думаете, стоит ли мне Савчика затроллить или нет? Если вы этого хотите, обязательно пишите в комментариях. Только ему, пожалуйста, об этом не рассказывайте. Как я тебе и обещал, я снова перевернул Майнкрафт. Ой. Ну, привет. Привет. Как твои дела? Я тут это посижу, Харди, немножко в воздухе. А ты что там делаешь? Ну все, так, есть еще что-нибудь клевое здесь? Ну, все-таки, Харди, перевернутый Майнкрафт мне нравится немного побольше. Давай его сейчас еще раз быстренько сделаем. Правда, он сейчас будет немного перевернут в другую сторону. Как ты думаешь, какую? Еще что ли как-то? Я не знаю, но может смотри, быть... Смотри, просто активируем его и... Ой. Подожди, что-то я, походу, где-то немного накосячил. Ё-моё, мы просто с тобой оказались в воздухе. О, нет. Это какой-то скайблок получился уже. Да, только скайблок. Без блоков. Без блоков, без ни в какой-то реально. Не, подожди, сейчас быстренько попробую разобраться, как здесь все-таки это было все устроено, потому что что-то я где-то немного накосячил. Так, а ты сможешь сделать вот так, чтобы мир где-то был сбоку, к примеру? Правильно, Харди, ты так и думал, мир теперь у нас оказался просто сбоку. Блин, вот теперь у меня еще больше голова ломается. Это вот это вот уже и вообще, как это именно так есть, просто можно стоять и, короче, офигевать от всего происходящего. Стоп, слушай, Харди, это очень необычно. А, знаешь, какая у меня сейчас есть проблема? Моя вебка куда-то делась? Скажи мне честно, это ты мою камеру? Я не крал ее, не может быть. Чё, ты мне гонишь, это по-любому сделал ты, это все твои проделки, ах ты обманщик. Ну все, тебе кранты, Харди. Все, отстань, я и так, у меня голова уже кружится, а ты меня еще пытаешься убивать. Да ладно, давай, короче, Харди, твой последний раз насладимся вот этим всем офигенным видом. Просто смотри, можно смотреть наверх, потом смотреть вниз и смотреть еще ниже. Я вообще не понимаю, слушай, я кручусь уже как-то на 360 градусов, мне кажется. Да. Ну ладно, Харди, оцени просто по 10-бальной шкале мою троллинг-ловушку, она тебе понравилась? Я думаю, что просто на 100 баллов, вот отвечай, из 10. Ой, из 10, нифига себе. А напишите теперь, как вы оцените мою ловушечку, и обязательно напишите это в комментариях. Конечно, ребята, обязательно. Ну беги, Харди, пока! Пока-пока!